22 июня 1941 года. Дата, разделившая жизни миллионов людей на до и после. Ранним утром немецкие войска без предупреждения вторгнутся в Советский Союз. От размеренного быта наших людей останутся лишь воспоминания. Впереди разрывы снарядов, потери. Страшная кровопролитная война длиною в 4 года. В этот день ежегодно мы чтим память наших героев, наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Вот. И сегодня мы здесь собрались в сквере Марии Рубцовой, как раз, чтобы почтить память, зажечь свечи, возложить цветы. Цветами усыпан мемориал «Подвиг милосердия», возведенный в Химках 15 лет назад. Здесь же горят сотни лампад. Они – олицетворение неугасающей памяти тем, кто войну выиграл, но так и не вернулся с поля битвы. В этом году место было выбрано. Это памятник милосердия, это памятник медсестрам. Они тогда совершали подвиг, и сейчас совершают подвиг. Да, спасаем жизни и помогая спасать жизни тогда бойцов, сегодня жителей, которые заболели. Почтить память павших за мирное небо химчане пришли, несмотря на поздний вечер. Здесь и взрослые, и дети. Для них, считают родители, эта встреча особенно важна. Ведь когда-то ребята немногим старше них уходили на фронт прямиком со школьной скамьи. И далеко не все из них вернулись обратно. Нина Бережная, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.